Начинается загрузка, и я, Александр Авазов, сегодня расскажу о семерке новых приложений и сервисов для ваших телефонов и планшетов. Олимпиада идет полным ходом. Следить за победами нашей команды сложно, если приходится постоянно заходить на спортивные сайты. Яндекс упростит жизнь. Российская компания выпустила приложение «Медали». Новая программа повещает о наградах, завоеванных некоторыми странами СНГ. Это, конечно же, Россия, а также Украина, Белоруссия и Казахстан. Приложение выглядит просто и удобно. С помощью Яндекс.Медали пользователи будут в курсе положения страны в общем зачете, а также видеть количество завоеванных медалей. Каждый раз, когда наша сборная одерживает победу, на экране устройства появляется пуш-уведомление. Результатами можно поделиться в социальных сетях. Приложение доступно в магазинах Google Play и Apple. Поиск объекта по текстовому запросу, голосом или по картинке – этим уже никого не удивишь. А что, если самому фотографировать объект и искать его в интернете? С Comfine это стало легко. Понравились туфли и хотите их купить в онлайн-магазине? Просто сфотографируйте их, и Comfine найдет, где можно это сделать. Приложение распознает предметы, известные места, QR-коды и штрих-коды. После поиска даются прямые ссылки на объекты. Если в поле зрения попало несколько предметов, можно указать главный. Снимок можно сделать самому или загрузить из галереи устройства. Приложение доступно в Google Play и App Store. Оболочек стола для телефонов великое множество. В большинстве своем они очень похожи друг на друга. Но, как заявляют разработчики Everything Me, их лаунчер динамичный, в то время как другие статичные. Что это значит? Это значит, что внешний облик и контент рабочего стола будут меняться в зависимости от потребности пользователя. Все построено вокруг строки поиска, она располагается в середине рабочего стола. Стоит только произнести вслух запрос, как телефон изменит обложку и предложит набор связанных приложений, сайтов и сервисов. Everything Me подстраивается под пользователя. Утром предлагает свежие новости и погоду, а во время поездки на работу – список дел и расписание общественного транспорта. Приложение у нас недоступно на данный момент, но разработчики обещают скоро исправить этот недочет. Интересно, что компания Mozilla инвестировала в проект 25 миллионов долларов. Вы любите вести дневник, но не хотите пользоваться тетрадками и блокнотами? Memotion избавит даже от печатания текста, потому что дневник этот голосовой, который может хранить эмоции. А делается это с помощью анализатора голоса. После этой несложной процедуры приложение выдаст всю вашу эмоциональную характеристику. При запуске нужно будет указать пол, дату рождения и имя. К каждой записи прикрепляется геометка, сводка погоды, новости, перечень событий и гороскоп. Требуется интернет-соединение, потому как все записи хранятся в облаке. Приложение Habits для тех людей, которые хотят в корне изменить свою жизнь. Многих успехов в жизни мы добились благодаря своим привычкам. Вырабатывать их и помогает Habits. Главная идея – использование непрерывности цепочек. Эта техника очень популярна в последнее время. Задача пользователя – вырастить как можно более длинную цепочку и не разорвать ее. Управление в приложении простое, добавляется цель, и каждый день нужно будет выбирать, сколько тапать по устройству. Один раз вы выполнили действие, тогда событие окрашивается в зеленый цвет. Не выполнили два тапа и красный цвет. Цепь в таком случае разрывается и обнуляется. Это очень мощное мотивационное приложение. Теперь и русскоязычные пользователи могут изучать английский с помощью одного из самых популярных и интереснейших приложений для обучения иностранным языкам – Duolingo. Приложение множество тематических курсов, каждый из которых содержит ряд заданий. Это чтение, перевод, а также тренировка произношения и правописания. За пройденные уроки – награда. Можно пригласить своих друзей и соревноваться с ними. Если вам удалось обучиться с помощью Duolingo английскому, можно приступить к обучению французскому, испанскому и других языков. Любите полакомиться перед сном? Здоровый образ жизни не для вас? Диалайф укажет истинный путь. Подсчитывайте калории, их дефицит и профицит. В приложении содержится огромная база продуктов с данными о содержании белков, жиров, углеводов и много еще чего. Еще одна интересная функция – это меню расчета расходов калорий. Бег, работа, ходьба, есть даже копание червяков. Можно также добавлять свои собственные блюда и рассчитывать для них калорийность. Приложение бесплатное.
Наша загрузка подошла к 100%. Новый файл мы начнем качать ровно через неделю. Заходите на наш сайт rostoflife.ru в раздел «Стоп снято». Здесь вы можете посмотреть архив всех наших программ. Эфир в режиме нон-стоп. До следующего обновления. Пока.